Скоропостижная смерть Цымбалюк стала неожиданностью. Московский художественный театр имени Чехова открыл 122 сезон. Его художественный руководитель Сергей Жирновач начал традиционный сбор труппы с минуты молчания. Намоленная сцена главного драматического театра страны – дом для актеров. Здесь случаются слёзы и провалы. Пусть встречается на веселых капустниках и прощается навсегда. Смех и слезы тут всегда соседствуют. 25 июня ушла из жизни актриса и педагог Алла Покровская. Буквально накануне открытия сезона МХТ пришла еще одна страшная новость. Умерла Ирина Григорьевна Цымбалюк, которая отдала театру почти полвека. Она работала главным специалистом по технике безопасности и охране труда. В театре ее все знали и любили. Известие о кончине Цымбалюк стало шоком для работников. В 2012-м в портретном фойе театра Олег Табаков вручал Ирине Григорьевне памятный знак «Чайка» по случаю 40-летия работы в театре. В 2017-м отмечалось уже 45-летие. Снова Табаков вручил Цымбалюк наградной значок с символом театра. Сегодня на свете уже нет обоих. Похороны завтра. Мы сделаем все, чтобы достойно проводить Ирину Цымбалюк, пообещал Сергей Жирновач. О месте похорон сотрудницы театра будет сообщено позднее.